Ну и порадовали нас своим творчеством Александр и Наталья Федорчак. Дуэт. Они, надеюсь, тоже сегодня порадуют нас и исполнят свои песни. Очень приятное творчество. Очень интересные песни. У них очень мелодичное исполнение. Ну, как всегда, есть над чем работать. Вот, я думаю, они больше обратят внимание на традиционную авторскую песню и освоят несколько замечательных дуэтов и очень много примеров, которых можно представить нашему зрителю. Пожалуйста, фотографию. На сцену приглашается дуэт. Замечательный дуэт. Спойте свои веселые, бодрые песни. Все читают, и мне захотелось тоже почитать. Как рак боролся у воды. Ведро стояло у воды, и раки в том ведре живые, и зная приближение беды, вертелись взрослые и молодые. Один лишь рак решил сбежать. Еще чуть-чуть, и он свободен. Но раки стаскивали, и им не знать, что там побег возможен. Тот рак вернулся снова в воду, один из целого ведра. Тот рак вернул себе свободу. Он ставил цель, дошел до дна. Так, други, братья дорогие, хотите вырваться с толпы? Вас будут сталкивать, держать другие. Вы вспомните, как рак боролся у воды. Спасибо. И еще одно. Я нашел параллельный мир. Я нашел параллельный мир. Оказалось, что он настоящий. Я попал на праздничный пир. Там ни пьяных нет, ни гулящих. Люди песни поют, веселятся. Плохих слов даже не знают. И они никого не боятся. И друг друга все уважают. Даже денег никто не видел, там ни драк нет, ни войны, чтоб кого-нибудь кто-то обидел, и не ведают чувства вины. Не хотя я вернулся в свой мир, и как мог, все рассказал, но никто не устраивал пир, бить хотели, но я убежал. Я вернусь в параллельный мир, он мне ближе, понятнее, родней, мне все слышится, пение лир и улыбки милых друзей. Спасибо. Раз, два. Да, вроде работает. Песня называется «Настроение». Зависит настроение от дождя, от солнца, от луны. Но боюсь, что ждет нас удивление. Настроение — это есть судьбы. Я иду, а солнце светит ярко, пенье птиц, желание полететь. А кому-то очень сильно жарко, красная погода. Лужи детям просто красота. Снег, мороз, любое время года. Радость, счастье, мысли, чистота. Если нет возвышенного чувства, настроение будто ты летишь. Оглянись. Добрыми, веселыми всегда.
Чего зависит настроение? От дождя, от солнца, от луны. Но боюсь, что ждет нас удивление. Настроение — это я и ты. Спасибо. Большое. Еще одну песню мы вам споем, мысли материальные. Я права, не шучу.
материальный. Все просто и банально. Ты все получишь в раз, как будто под заказ. Не думай о плохом, а думай то, что хочется. Учись дружить с умом, все сложится, все сбудется. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо, ребята.